Ольга Гаврилова – известный в Урае далеко за его пределами писатель. Она создала трилогию о героях Великой Отечественной. Но еще раньше написала несколько хрестоматий об окружающем мире. Трудовую деятельность Ольга Николаевна начинала как воспитатель. Тогда не было специального материала. И Ольга Гаврилова решила сама написать учебники для малышей и педагогов о природе родного края. Они были изданы тысячным тиражом и до сих пор являются хорошим пособием для студентов педзаведений. Ее коллеги по детскому саду и сегодня отмечают, что Гаврилова – уникальный воспитатель. И, честно говоря, было одно удовольствие работать. Ольга Николаевна очень задорная, веселая, обаятельная, просто живчик. И детей, которых мы с ней выпускали, они до сих пор нам как родные. Мы с удовольствием с ними встречаемся, общаемся в интернете. Педагогический талант подтверждает тот факт, что с юбилеем любимую воспитательницу пришел поздравить ее выпускник. Я благодарен Ольге Николаевне. Здесь увидел и второго нашего воспитателя, Надежду Сергеевну. Они нас вместе выпускали. И я им благодарен. Много они нас в души вложили. Всего-всего наилучшего. Те, кто читали книги Ольги Гавриловой, понимают, что каждая строка, написанная автором о войнах Великой Отечественной, в ее трилогии идет от души. Она столько много сделала для людей, для города. Вызывает огромное уважение то, что вот ее трудолюбие, человеколюбие, сострадание. Ведь она через сердце каждого человека прошла, через свое сердце пропустила судьбу каждого из героев своих книг. Как писательница, Ольга Николаевна является большим другом городской библиотеки. Хранители книг признаются, она делает огромное дело просвещения. Она дает важные знания об истории страны и ее героях. Уральская централизованная библиотечная система очень рада, что у нас есть такой друг, такой талантливый друг, такой безгранично идущий навстречу всегда и, главное, такой многогранный друг. Ольга Николаевна владеет не одним видом искусства и творит не только на бумаге. Талантливый человек, талантлив во всем. Эту мысль подтверждает Ольга Николаевна Гаврилова. Помимо десятков книг, она успевает еще и картины вышивать. Действительно, за что бы ни взялась, у нее все получается. И уже сейчас готовится издать свой новый труд, посвященный ее любимому городу. К юбилею города будет книга. Мы встречаемся со старожилами города, уже 60 историй, более 60 историй мы воспоминаний записали. Обрабатываем большой объем фотографий тех лет, 60-х, 70-х, 50-х лет. Потом документы из семейных архивов. В общем, работы очень много. Юбилейная дата – это только начало для новых творческих свершений, уверена Ольга Николаевна. В этом ее поддерживают друзья, родные и поклонники.